первую очередь губернатор края посетил воздухоопорный спортивный комплекс. Сдать его должны были еще в конце прошлого года, однако объект до сих пор остается заброшенным. Он упал уже раз и навсегда. Коллеги, знаете, у нас просто дело в том, что чиновники не падают, а все остальное падает. 10 лет мы его строим и каждый раз пираем очки. Поручение, когда это было дано, чтобы запустили этот клуб? По поручению в прошлом году. Ну а почему не сделали? Леонид Иванович, за счет средств инвесторов нас подвели 2 инвестора. Так быть не может. Те люди, которые здесь живут, они надеялись, что в 2007 году, по крайней мере, через 2 года, дети, которым было в тот период, ну, лет, может быть, по 10, еще успеют сходить в этот воздухоопорник. А сегодня им уже 20 лет, как минимум. И никуда они не сходить не успели. Это называется жизнью, не совсем хорошей. В данном случае в Апшеронске. И глава, вы все вместе, то есть вы за эту жизнь отвечаете. Ну, коллеги, ну не можете отвечать, не получается. Я понимаю, что хорошо получается на кого-то переваливать и объяснять, почему не получилось. Но от этого тем, кто хотел, но не пришел, которым сегодня по 20 лет, уже, знаете, как бы ни холодно, ни жарко. Нерешенные вопросы и по берегоукрепительным работам реки Пшиха. О проблемах района разговор продолжился и на традиционной встрече с местными жителями.